Этот салат у нас на основе риса. Итак, мы берем отваренный рис. Я думаю, достаточно. Теперь добавляем кукурузу консервированную. Покрошим вареные яйца и добавляем сахар. Вот так. Из мясных ингредиентов добавим сюда вареную колбаску. Добавим в заправку немного горчицы, где-то половину столовой ложки. И теперь заправим наш салат майонезом. Хорошенечко размешиваем.